пойдем в Макдональдс. Вот это мы вавилонские вообще увидели Макдональдс и все сломались. Вот она. Ага. Платформа 91. Есть 2 тикетс. Да. Билеты только на завтра, на утро. Мы обосновались опять по вокзальному. Остановка. Перекусить что-то надо. Надеюсь, здесь не столько мух. Наконец-то. Нужно было приехать в 3 часа. И час еще до Маникарана. В итоге приехали в 10 в Бундур. Видимо, будем ночевать опять где-то. А, где попало. Доброе утро. Мы все-таки нашли гостишку. Сейчас на кофе побить себя прийти. И позвонок как-то в комнату пустить, а то их сюда не пускают. 15 minutes. Little rest, little... I need to do why? Окей, ага. Теперь окей. А сначала в зал упали. Ага. 5, 6. Но в какой-то момент под вечер начало происходить нечто. И просто тот туалет, куда я днем ходил пописать, кирпичный, разрушился. Просто упал, ну, и сложился. А там вот эти дефты, все, они там уже в неком таком трансе, то есть они их поворачивают по кругу, я уже там не понимаю, кто кого переворачивает. Можешь добавить. Я это лично пережил. Да, я верю. И после этого... Я по поводу тебе не верю. После этого я не могу не верить в это, потому что... Thank you, Gene. Маникаран. Какие здесь псы прекрасные просто. Вот это да. Вот это мамка она. Вот это у нее тетива. Капец.
Мы доехали. О, какая была дорога. Сколько дней мы ехали? 4 дня. 2 поезда, автобусы, 2 ночевки на вокзалах. У пацанов была 1 ночевка вообще на улице с бабами в дубаке. Но мы доехали. Лучше с бабами, да, в дубаке. Священный город. Лучше с бабами в дубаке. В дубаке с бабами. Рядом со священным городом Маникорам. Все, потопали. Потопали.